Привет, ребята. С нами сегодня Дональд, специальный гость, который мог победить на всем, кстати говоря, мини-турнире, но он не отослал одну демку, потому что ему не нравится стрейф без слика, как я понял. Ты, собственно, скажи что-нибудь, я не знаю. Да, это скучно, по-моему. Думаешь? Ну, у нас сегодня карта со сликом, и так. Это... Мне нравится, и так я играл. И сейчас Вуди будет играть, но он все еще не видел карту, но он видел, но он не играл на ней. Да. Сейчас это будет первый просмотр Вуди. Ну, почти первый, да. Ну да, вы знаете, понимаете. Да. Окей. Собственно, мы проявляемся, где мы с Дональдом и были, на рампе, и надо скользить вниз, тут пока ничего вроде экстраординарного, прыжком мы не долетаем, и внимательные могут попробовать не прыгать, и здесь у нас слик поверхность немножко есть, поэтому мы можем без потери скорости просто приземлиться. И дальше стрейфить. А вот дальше, я не знаю, по роутам, что тут как. Вообще непонятно, куда бежать. Ну, это ВК3, част. Это ВК3, окей. Это мой вариант как раз. Здесь выбора особо нету. Здесь у нас тоже слик. И мы можем залететь. Ой-ой-ой. Сюда наверх. Но ВК3? А как ВК3? ВК3 будет немного трюки. А, другой роут ВК3. Другая карта будет. Под ВК3 изменяется карта здесь. Не, это... не другая Нет? карта, просто охуенные джампы. Да? Как очень сложные. Ну, надо контролы в ВК3. Ну, посмотрим. Да, посмотрим. В общем-то, здесь мы прыгаем уже по верхнему этажу. Если будем падать вниз, нас вроде как убьет. Ну и все, вот это, собственно, уже финиш. Ну, ничего такого нету, как бы, по идее, вот я за 24 секунды прошел просто вот как, не знаю, в третий раз. Теперь Дональд нам покажет свой роут. Он почти перебил Анха, почти. Ну, этот старт Анх мне показал, я ничего не знал, но он сказал, вот это хороший старт, и так я это сделал. У нас немного стрейфить, но этот старт немного сложно, я нуб, и так я не это буду сделать. Нам надо там прыгать, и думаю, там, и там, и вот делаем... Рампджамп, ну я нуб сейчас, я не хочу это сделать, это грандить. И вот у нас большой слик, и это очень мне нравится, потому что можно очень большая скорость взять. Mm-hmm. И вот это типа хороший старт. Вот, это медленная версия хорошего рота. Потому что эта карта, ну она короткая, но все еще сложная. Хорошо сделать, если понимаешь. Угу. Ну, сложно сделать хорошее исполнение. В общем-то, роута, чтобы все было максимально быстро. И на слике, я так понимаю, что нужно, ты вот в основном вроде как делаешь как будто бы лишний прыжок на слике. Mm-hmm. А нужно как будто бы, ну то есть вот ты 16.4 с лишним прыжком сделал, а если, видимо, делать без лишнего прыжка на слике, то есть сразу падать на слик, то скорости будет больше, следовательно, и тайм будет быстрее, и там уже за 15 будет. Ну, посмотрим. Не спойлери нам, Дональд, не надо спойлеров. Да.
О, оп. О, о, спойлеры, блядь. Хорошо, в общем, что, мы можем переходить к демкам? Да. Ну давай, будем по очереди, Дональд. Или... Что это значит? Like... How you teach me? Друг за другом. What? Like, one after another, or... Oh, yeah, one after another. Yeah, okay. So, первая демка — это ты. Хорошо. Ну и дальше ты, и я, и ты, и я. Окей, ну, скажи имя игрока, потому что я не фиксировал ими демки. А, я понял. Демок. Okay. SkyX, 49.1, да. VQ3, Play. Ну, VQ3 старт, собственно, почти такой же, как CPM, единственное, там на снеке не просликать тот участок маленький. Так, это вот у нас как раз VQ3 дорожка открывается. Там есть джамп-пад, интересно. А-а-а. Ну, стрейфит вроде бы неплохо. Ну, это все еще медленный роуд. Так, здесь джампад. Кидает нас в другую сторону. Я так полагаю, что нужно как-то не перемещаться на другую сторону, наверное. Я не знаю. Ну, пару прыжков зафейлил. В целом, конечно, чистое прохождение, но там запнулся как об маленькую ступеньку. Это, конечно, минус. Да. Так, давай дальше. Следующий Хоризон, по-моему? Да. Окей, плей. Плей. Давай, по-русски. Давай. Окей, очень чистый старт, по-моему. Да. Очень странный circle jump, не надо там. Но если еще он делал, ему надо кручить, на crouch. Там странно. Ну, то же самый рот. Oh, you can actually comment it on English, because AZN from Poland, and we have non-Russian players. So, ну, если игрок не русский, я могу? Да, конечно. Окей. Вот. Хорошо, Азиан. Ну, старайтесь лучше. Давай. Согласен. Так, Комполомус, 46.1. Плей. Так, тоже хороший старт. На рампе как-то можно, мне кажется, побольше скорости сохранить, которая не джамповая. Пока вроде все неплохо, все чистенько. Но там разве что, наверное, нужен был бы раунд фрейм. А он просто врезался и потерял немного скорости. Ну, прыжок долго жмешь, очень долго жмешь, Комполомус прыжок. Нормально, чистенько, хорошо прошел. Да, неплохо. Неплохо. Следующий, да. Хулиган из России тоже. Да. Плей. Очень быстрый стат. Не делает circle jump там. Потому что у него достаточно скорость уже была. Угу. Другая сторона, но это не разница.
интересен. Ну, неплохо тоже, чистенько. Да. Да, да, неплохо, но еще можно улучшить. Особенно на финише хулиган очень интересные движения делал, лишние. Я думаю, что он много потерял на этом. Ладно, дальше. Кузлех. 45,5. Ну, пока старт у всех хороший. Единственное, что вот на эту рампу все-таки с ликовую нужно попадать под углом немножко, чтобы сохранить больше скорости. Трелайт на джампад. Она не по выстрелу не работает, джампад? Не знаю. Ну, неплохо, Кузлех, ты прям... Ну, мне кажется, ты лучше стал гораздо играть с прошлого раза. С какого-то прошлого стрейфа. Потому что стрейф твой явно стал получше. Ну, вот на финише, конечно, опять траектория не очень хорошая, но все равно прошел достаточно качественно. Да, неплохо. Так. И следующий crazy, да? Угу. Вот play. Немного победил. Ну, кажется, немного медленнее старт. Так и знал, что сюда нужно прыгнуть. Я просто думал, там килл может. Почему никто не прыгает? Это хороший финиш. Думаю, да, это... Да. Угу. Так, Волканоид. 44,4. Демок, если что, ребят, много, поэтому мы быстренько... Где есть прямо что-то критичное, мы обязательно отметим, а так, как бы, ну, смотрим, просматриваем. 44,4, Волканоид. Play. И Дональд очень устал, поэтому давайте это... Не, ну правда, а чё? Потом скажут, что ой, скучно, Дональда не зови. Дональд устал просто. Интересный да. Старт. Тоже на вот эту вот, на верхний этаж сразу попадал. Ну это основная разница, я так понимаю, потому что ты, получается, не тратишь время на то, чтобы залезать наверх по рампе. Плюс у тебя скорости сразу побольше. Потерял там, но в поле чисто. Где? Я ну, если я могу объяснить, я устал, и иногда я просто не понимаю то, что Вуди сказал, но он сказал такая, ну, такая, такие долгие вещи, что просить не можно. Спросить? Имеешь, да? Да, спросить, что ты переводишь. Потому что ты слишком много сказал. Я могу немного помедленнее, если так будет проще. Не-не-не, это не помогает, потому что я просто не знаю слова. А, хорошо. Ну ты можешь меня потом спросить, если что. Я да-да. Тебе, да. Вот, следующий там... Кер-Ф из Китая. Угу. Да. Вот. Могу я по-английски? Sure, давай. Sure, okay. Давай, play. Just relax. I know English better. Okay, pretty clean start. There's not really any differences in the start so far. What
think loses one jump for, before the slick. Some people got their a jump earlier than Care. So I'm expecting him to have a pretty good end here. Yeah, that's a good ending. There you go. That's where the time save is. Yeah, just almost non-stop. Yeah, like a little rough around the edges, but really good ending, and you know, better route saves him some time. Так, хорошо. Далее идем. 43.9. Мразаров. Ой. Из России. Ты не можешь по-английски объяснить? Тоже хороший старт. Ну, как Дональд сказал, да, тут, наверное, как он по-английски сказал, что тут не очень много вариантов старта, как я понял. Да. Он тоже не сразу юзал слик. Не знаю, да. Почему. Я думаю, не все замечали эту горку, эту рампу, которая на слике, из-за которой ты быстрее начинаешь набирать скорость, ну, вниз. Поэтому, наверное, если там не рампа, тогда разницы нет, по идее. И тоже очень хороший финиш. Тоже очень чистенькие демки. Уже лучше и лучше идут. Да-да. Так. Вот следующий unnamed player. Mm-hmm. Я не знаю, кто это. Yeah, nobody если knows. Если я могу по-английски. Yeah, you can English if it's easier for you. Anyway, we don't know who is. Да. Yeah. I just hope your viewers won't complain. No. My viewers okay. Is smart. They know English better than me. Они ученые. Да, гении. Гении, да-да, как Эйнштейны, маленькие. Did you play or restart? Oh yeah, okay, I'll restart. Okay, restart. Okay. Готов? Да. Блять, я нажал. Хорошо, это нормально, хорошо. A little change. He takes the corner tighter. He doesn't do hero hit at the start. Takes the lower route after the jump pad, and he immediately goes on the slick. I think that saves time. So I think like two or three little improvements in terms of the route so far. Yeah, just a really clean run. Очень чисто. Больня. Хорошая демка, по-моему. Да, хорошая. Молодец. Но есть лучше. Да-да. Да-да. Гмук. 42.8. Полы. Ой, немного потерял скорости там. Какой-то граунд фрейм получился. Но пока неплохо. Сразу наверх залетел. Не сразу тоже падал на слик. О, неплохо он, кстати, сделал, что он соскользнул и сделал прыжок потом. Из-за многоуровневости карты. Прикольно, гмук. Если ты именно так всегда делал, то это прям очень круто выглядит. Да, ну, сейчас у нас 3 секунды победил. Да. Следующий это бридж и плей. Бридж is a collector of Quake movies. He hosts a website called q3movies.ch по-английски. Really? Да-да. Коллекция мувики. От Дефрага и Квейка и так дальше. Очень крутая, по-моему. Ну, у него чистый ран. Ну, где 3 секунды? Я не видел.
Вот там есть. Вот тут есть. Тут есть, да-да-да. Другой роут до финиша. Да, и Golden я думаю... Bridge. Да, я думаю еще, что... как вот он сделал после слика, он не подлетал, а остановился там и пешком уже по лесенкам прошел и сразу прыгал. Мне кажется, это быстрее немного, чем залетать на лесенки, потому что иногда ты, наверное, можешь удариться в лесенку и не сразу начинать подниматься. Да, это было бы, наверное, немного быстрее. Ну, да, ну посмотрим. Посмотрим. Да-да. Вовка, 39.4, перебил Брича на 400. Неплохо. Плей. Пока все чисто, пока все хорошо. Ну, все хороший то же самое. Тоже. Ну да. Немного скучно. Где варианты? Не сразу на слик. Но сразу тоже он не подлетал. О-о-о! Вот вариант. Интересно. Интересно. Все еще немного медленно, но очень интересный роут, который был много быстрее. Намного. Я не знаю, как правильно сказать. Ну, намного, да. Правильно. Намного. Хорошо. Ну, следующий форсид, acid. Я acid. Alright, acid play. Play. Oh. Huge jumps. Mm-hmm. Это минус один, я думаю. Уже. Минус один прыжок имеешь? Да-да-да. Да-да, если не больше. Секунду. Угу. Он не сразу полетал на этой части. Да. Ну, тот же самый раут, но просто быстрее. Ну, зафейлил. Немного потерял там 0.5 бы было, 37. Ну, жаль, но все еще хорошо. Молодец тебе. Да. Я еще подумал, может быть, у Вовки приз за оригинальность. Может быть, он единственный, кто такой роут придумал. Потому что выглядит, как будто бы быстрое прохождение должно быть не таким. Ну, а оказалось, что Acid тоже сделал такое, поэтому извини, Вовка, приз за оригинальность пока никому не даем. Да. Согласен. В ВК3. Да, в ВК3 пока никому. 37.3 FPS Пакистан. Лейт из Пакистана. На самом деле он из Питера вроде. То же самое место. Питер, Пакистан? Ну, не знаю, может быть. Хорошо. Я никогда там был. Так, сразу падал на слик. И поднялся хорошо. Ну и точно такой же, собственно, роут. Просто быстрее. Да, ну, мне кажется, у Эсида даже было старт был быстрее, но на финише, видимо, очень уж как-то медленно, может, получилось. Плюс он вроде бы со слика не очень хорошо выпрыгнул. Ну, в общем-то, он мог перебить Пакистан и занять третье место, я думаю. Вот, ну, следующий у нас Кет. Угу. Очень хороший игрок в ВК3. Блы. And he's from Hungary, which means I can speak English. Not quite as fast as, I think, Acid in the start. But really good strafe from the jump pad. Immediately starts strafing.
Alright, gets the step up after Slake. That saves some time. He can instantly start circle jumping. I think he goes minus one jump while getting on that trick jump. And then just the better ending. He strafes faster so he can take the middle route in the end, as opposed to having to stay on the right side, like Pakistan. Very well done. Да, что я могу сказать? Очень-очень-очень-очень быстро реально везде прыжков срезал, вообще сумасшедший. Но есть еще быстрее на один прыжок, на 0.7 быстрее. Дельта, первое место, поздравляем тебя, Дельта. Правда, ты из Франции, ты, наверное, не знаешь русский, но это не мои проблемы. Дональд, will you comment it as well? Sure, alright. Поздравляем тебя. Да. Which you won't understand. But you can go translate it. Alright, play. Very fast start. Takes the same route as Acid. Some half beat. Takes the direct path there. I think that's minus one jump. Slick. Gets the step up. Yeah, just really clean. Well done. Yeah, I think all difference between top 1 and top 2, it's only start. Because Delta have much better strafe at start and have more speeds than Cat. Pretty much, yeah. He had really clean strafing at the start. Yeah. Alright. So yeah, well done, Acid. Wait, no. Well done, Pakistan, Cat, and Delta. Acid gets participation trophy. Yeah. Утешительный приз. Participation trophy. Ну, сейчас у нас есть ЦПМ тоже. Да, ЦПМ тоже есть, обязательно. Так, ну и давай я тогда... Точно так же, потому что ты там еще... Короче, енот, Рокки Рэккун, 27.0, play. Давайте посмотрим, что у нас придумали в игру 3. Значит, сразу отметим, что он на старте не сликал. Хороший дабл джамп. Тут на слик... интересно. Странно. Да, интересно, но странно, потому что это, по идее, медленнее. Но в целом получается в Q3 дорожка, тоже через центр, и то не совсем удачный спейсинг вышел, и по падам ровно не получалось, он бы упал вниз, поэтому пришлось слева стрейфить. Такие дела. Ну, в общем-то, нормально, тоже чисто, никаких каких-то врезаний, затупов, ничего нету, просто чистенько прошел, красава. Да. Ну, еще можно стараться лучше. Да, и стараться обязательно. Фок 0 Evil, ему, ну, его победу на пару фреймов. Плей. Очень интересный старт. Может быть, что он КС игрок или что-то так. Yeah, maybe. То есть, да, наверное. Странный геймплей. Я думаю, в ЦПМ после джампада можно попробовать сразу завернуть налево, то есть на финиш. Попробовать, наверное. Ну, если ты выбираешь дорожку с джампадом, то мне кажется, там можно долететь. Ну ладно, несу. В общем-то, да, скорее всего, это из КС, либо, я не знаю, вот с какого-нибудь там. А где еще так прыгают? Я не знаю. Короче, с КС. Если с КС хочешь научиться стрейфить по-дефраггерски, можешь написать в комментариях, либо на премьере сейчас. Ну, если он из КС, добро пожаловать в дефрагг. Да, добро пожаловать. И позволь, мы тебе покажем, как стараться лучше. 23.6, Crazy из Краснодара, поплей.
Так, ну, пока старт у всех одинаковый, плюс-минус. Потому что там нужно очень много скорости, чтобы сделать срезу, которую показывал Дональд. Чё за хуйло? Что? Что за слик это? Это нормальный слик, Дональд. Не, не так думаю. Ну, это... Это не АД, это В и АД. Да, да. Это разная версия слика. Но это то же самое, I guess, типа. Да, 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 да. Ну, я дебил. Следующий игрок, мистер Машрум. Из Джамайка. Готов? Да. Окей, play. So we see the good route here, but he's using a lot of W. What the fuck? Really strange gameplay, but like I guess he's getting it done. All right. I mean, shit. Well done. Странно, блять. Я думаю, что так сликают через V A. Или ВД, потому что так удобнее. Потому что людям кажется, что если они сликают через АД просто, то их слишком сильно начинает крутить, заносить. Потому что мышку они надо двигать медленнее, чем обычно. За АД. Ну, как-то. Ну да, вроде как чуть-чуть медленнее. Интересная теория. Спасибо, Вадим. Да, я думаю, что просто они не могут справиться со сликом на AD-кнопках и не понимают, как сликать через AD, поэтому делают через кнопку вперед, им так проще. Но всегда можно научиться на сликовых картах, тренируйтесь, пытайтесь и так далее. Да, старайтесь лучше, ребята. Да, да. Кузлех на 2 фрейма, быстрее, лей. Так, почти даже чуть-чуть просликал. Неплохой старт. На слик сразу не падал. Вот уже через боковую кнопку. И это даже топовый роут, между прочим. Да. Просто исполнен. Немного медленнее, чем нужно. Очень хорошо, Кузлях, поздравляю, никаких вообще претензий к тебе нету. Слик хорошо, стрей хорошо, стараться лучше, и будешь обгонять Дональда через пару лет. Все нормально. Да, поздравляю. Ну, я, если я могу, это правильно pronounce, but whatever. Следующий игрок, Катыруф, да? Да. Ну, play. Из России тоже. Угу. Do you hear the model? No, for me it's Sarge. Sarge? Okay. Ну это неплохо. Это не самый лучший роут, но execution. Геймплей была хорош. Ну, была хорошей. Да, чистенько прошел. Советую Дональд посмотреть обзор потом, где будем смотреть Катаруфа. У него очень смешная модель. Хорошо. Синтакс. На чуть-чуть на 40 всего перебил. Катаруфа. Полей. Из Воронежа. Но пока никто не сликает, в общем-то, на слике. Но уже нашли вот эту дорожку, что так будет быстрее. Скорости у синтакса гораздо больше. Хороший слик. Даже не прыгал. Да, не прыгал. И финиш. Интересный очень выбор. Хорошо. Да. Видимо, он подлетал слишком высоко с даблджампа и врезался головой там куда-то. И решил, что ему лучше не прыгать. Но, тем не менее, очень чисто, очень хорошо и быстро прошел. Молодец. Все молодцы. Следующий вулканой, да? Угу. Окей, давай, плей. Охуенный... Mouse movement.
И странный рот на старте, но это работает. Это не так медленно. Но не сразу юзал слик. Потерял немного немного времени там, но финиш нормальный. Да, все верно. Так. Упщикшин. А но это кто? Это Римыч. Mm. Он все еще не сменил имя. Демоны. I don't know why. 15-2. Лей. Римыч будем молодец. Будем забанить. Да, можем вполне. Римыч лагает, по-моему. Много скорости потерял на даблджампе. Что случилось? Ну? Это кажется так медленно. Но это все еще неплохой ран. Я думаю, что нужно не терять скорость на даблджампах, и тогда будет гораздо быстрее. Да. Так, Just Gamer. Ну, в любом случае, следующий Just Gamer, да, из России. Ли. Вот. Он попробовал сделать хороший старт. Неплохой слик. Но ему не надо... He doesn't have to go to the side. Can you translate? He should go straight to finish. Да, не надо было крутиться, надо было по прямой просто прыгать. И плюс ты не сделал даблджамп, то есть ты еще, мало того, что ты в другую сторону летел, ты еще даблджамп не сделал, еще больше себе круг сделал по карте. Поэтому такой большой минус, а в целом очень быстро. Вполне. Okay, quick. From Denmark. Can we download? Are you sure? Alright, play. Okay, slow start. Slow start, he doesn't do the right strat, but let's see if he can make up time somewhere else. Yeah, see his speed? He has less speed after slick than Just Gamer, I think. But because he goes straight for the finish, he doesn't go left or right, he doesn't switch sides, he still saves a second over Just Gamer. Да. So, very different run, but, you know, the time save might not be immediately obvious. So, well done, Quick. Так. Ну, а кто делает хулигана? Я. Окей. Хулиган. На 40 перебил Квика. Play. Так, тоже хороший быстрый старт. Я думаю, что... Так, много скорости. Ну да, выглядит почти точно так же по скоростям, как у Квика. Просто у хулигана как будто бы... Тут разница как будто бы в старте, вот эти 40. То есть у Квика быстрее, но хулиган из-за старта сделал чуть-чуть быстрее в итоге. Но не знаю, да. Но так кажется. Так, Sharkosity. Next up, Sharkosity. Shark machine. Yeah. Alright. Play. Slow start. But he runs with Gauntlet, so that's plus respect. He doesn't waste the jump going out the slick, but he doesn't get the best speed off the slick. He does what he can with it. His finish is a bit fucked up, but he saved it still. He didn't fail at the end. These runs are getting really short. Сложно что-то сказать, потому что ран очень короткий.
Да, и элементов не так много, которые нужно хорошо сделать. Well, well done, Sharkosity, anyway. Yeah, send more demos for us, Shark. Yeah. 17.4, почти 17.5, Сергиус, play. Падал на слик не сразу, и скорости тоже не очень много было с самого слика после даблджампа, но финиш по прямой, в принципе, на большой скорости. И все получилось, и перебил Sharkosity. И в целом, да, я неплохо. Не знаю. Да, ну, я не знаю, тут нечего даже как-то объяснять. У всех все одинаково, много демок одинаковых. Поэтому, не знаю, у всех все хорошо, просто нужно, естественно, чуть-чуть быстрее тот же самый роут исполнять, и все. Да. Вопрос практики, ребят. Все, давай дальше. Нервор. Да. Ну, он может русский, ну, по-русски говорить. Да. И так, я буду тоже. Play. Хорошо. Странный роут на старте, но это не так плохо. Не сразу юзал слик, но это, я думаю, что это был выбор. И финиш нормальный, но... Can I say in English? Sure. If he doesn't immediately land on slick, he has... So, like, if he takes one more jump before slick, he lands further away. And because there's more distance between where he lands and the ramp, he can gain more speed while turning to the ramp. Can you translate? Sure. Если вы, в общем-то, не делаете минус джамп перед сликом, то вы с минус джамп... Суть такова, что с минус джампом, если падать сразу на слик, то вы можете набрать гораздо больше скорости на слике, вследствие чего после даблджампа у вас гораздо будет гораздо больше скорости. А спейсинг у вас все равно будет плюс-минус один на даблджампе, где там эта типа балка стоит, потому что вам мешает потолок. Типа, ну это я уже от себя добавляю, просто как бы объясняя суть. Ну то есть не важно, сколько у вас будет скорости, вы почти в любом случае будете попадать на этот даблджамп. Поэтому нужно было отталкиваться именно от того, чтобы максимально быстро пройти слик. It's a bit longer than you say, but it's... As long as it makes sense, all is fine. Okay. Skykes. 16.4. Play. Ну, хорошо, я не знаю. На финише немного медленнее, потому что вообще не стрейфил, а просто траекторию себе как бы направлял себя просто, не стрейфил, поэтому финиш не очень, а все остальное очень даже хорошо. Молодец. Да. Следующий. Механик 3, да? Mm? Да, окей, okay, из Эстонии. Как гоблин, пог, окей, плей. Pretty normal start. It's basically the same run. But still, well done. It's just there aren't a lot of differences that I can talk about. Do Estonians understand Russian? I think some regions, yeah. I will try. Молодец, механик. Давай стараться лучше, если можешь. You mean mechanic, especially. Mechanic know Russian. He's Russian, I think. А, окей. Ну, старайтесь лучше. Я не знаю, как сказать правильно, блядь. Давай. Ты правильно сказал, все хорошо. Охуенный.
Тот же самый тайм поставил. Кипиш 880 из Челябинска. Плей. Динозавр. Тоже сразу не падал на слип. 1200 всего после дублджампа. Но старт более прямой. Старт хороший. Ну, относительно Скайкса я имею в виду. У Кипиша более хороший старт. Ой, более хороший финиш. Ну и в целом слик вроде как был поровнее и скорости было чуть-чуть побольше. А, дальше. Гмук. Гмук. Из России. Плей. Он потерял немного время в старте, потому что он не сразу фал. Не сразу падал. Да. Но очень хороший слик. Way better. He got, ну, у него было 1400, блядь. Да. И before that, ну, 1200. После рампа. Ну, молодец, точка. Да, все хорошо. Ну, на старт, ой, на финише, что я путаю старт-финиш? На финише, в общем-то, нужно стрейфить. Потому что это тоже все время, а вы не стрейфите, тут большинство, вы просто стараетесь не упасть. Это, конечно, как бы правильно, но неправильно. В то же время нужно набирать скорость. 16.6. Name player из Country Here, мы не знаем, кто это, но он вроде как забанен. Не знаю, почему его только здесь вообще. Ладно, play. Хороший старт, много скорости, 1000 после даблджампа. Тоже не сразу, получается, падал на слик, но сделал большой круг, 1500 после слика. Да, слик очень дорого, но поэтому у него тоже была большая скорость. Да. Так, дальше. Ну, следующий, ну-ка, японский игрок. Плей. I'll say in English because he probably doesn't understand Russian. It's a decent start. He does a really clean double jump actually. Doesn't lose any speed from the ramp. 1480 after the slick, that's pretty good. Overall clean, but he didn't like he can save jumps on the slick and at the start. But yeah, aside from that clean run, now it's just he needs a better run. Вот это все. Согласен. И третье место. Ну-ка, congratulations. Да, congratulations. If you even watching this review. Ну, может быть. Может быть. Окей. Дельта из Франции. Play. Will you... Sure. Pretty good start. Does a clean route there. He's a little bit slow after the slick. And that's like his only mistake, I think. He didn't get enough speed during the slick, but the rest was good. I don't think there was any mistake. You have some plus out of your runs? I don't have checkpoints. А, окей. Ну и Дональд. Первое место. Дельта. Топ 2. Congratulations. Congratulations. Yeah, well done. И Дональд первое место перебил на Дельту на 100. Из Germany. Deutschland. Да-да. Да. Полы. Так, хорошо прослетел на старте. 1100 скорости. Пришлось немного забросить, чтобы не врезаться. Срезал целый прыжок и раньше, получается, прыгал на даблджамп. И, собственно, в этом, наверное, вся разница. Ну, может быть, скорости чуть побольше, хотя мне кажется, что у Дельты старт побыстрее немного.
Но у Дональда быстрее гораздо финиш. В плане того, что он сразу падал на слик. Дональд большой молодец. Всего лишь 200 от Анха, ребят, на такой карте это очень мало. В смысле, это очень круто. Имейте в виду. А, ну ладно, давайте посмотрим результаты, собственно. Overall 22 демки и CPM, 16 в EQ3. Большинство получили плюсовой рейтинг. И вот они забанены. Country Here, этот Unnamed Player. Непонятно, почему он оказался вообще в этом. Ну, видимо, просто демка была, так что... Так что Пакистан третье место. А, он так и был. Ну и все. Я думаю, больше сказать так особо нечего. Ну, Стрейф. Стрейф скучные обзоры, ребят. Ничего особенного. Вот пушки будут, там и поболтаем, так сказать. Don't have you something else to say? Thanks Fio for map. Thanks Nos for World Cup. Episode 300. Here's to 300 more. Спасибо всем за просмотр. И доброй ночи, блять. Я не знаю, как сказать. До свидания. До свидания, блять. Пока. Да, пока-пока. Всем спасибо. И спасибо Дональду, что согласился поучаствовать. Хотя обзор вышел реально немножко странный, потому что стрейфи не очень интересные, демок много одинаковых. Ну, короче, вы сами все понимаете, все. Спасибо большое Дональду, что выделил время. И давайте отпустим его отдыхать. В общем, все, всем спасибо. Всем пока. Пока.